Приветствую всех, кто смотрит это видео. Начинаем нашу прогулку с Колизея. Время Рождества, и у Колизея тоже поставили рождественский вертеп. Обратите внимание, на бетонных плитах наклеены плакаты. Рассматривая их, можно пошагово проследить историю места, где мы сейчас находимся. С 64 по 69 год здесь находился Золотой дом Нерона. Потом, после смерти Нерона и сгоревшего Золотого дома, новый император Домициан со своими сыновьями начал строительство амфитеатра, то есть Колизея. Его строительство длилось почти 10 лет. Арка Константина была построена в 315 году и посвящена победе Константина над Максенцием. В IV веке при Константине было принято христианство, и бои гладиаторов были запрещены. Колизей пришел в упадок и стал зарастать травой. В X веке Колизей сделали огромным общежитием. В конце XIII века Колизей разбирали по камням. Из материала были построены церкви, мосты и дворцы. В 1750 году папа Бенедикт XIV придал Колизею статус святого места. С 1924 по 1932 год была проложена улица императорских форумов. А в 1953 году здесь проходили съемки фильма «Римские каникулы». И вся эта информация написана здесь. Так что внимательный турист может увидеть много интересного и полезного. Погода сегодня отличная, плюс 18 градусов, и располагает для прогулок. Сейчас от Колизея мы пройдем по улице императорских форумов. В последнем видео, где я показывала стадион, который был построен при Муссолини, я рассказывала про эту улицу. Ну а для тех, кто не смотрел это видео, повторю. Когда римские форумы были заброшены и на их территории пасли скот, в средние века вся эта улица и римские форумы были застроены средневековыми домами. По указу Муссолини в 30-х годах для строительства улицы снесли целый средневековый квартал, занимавший эту территорию. В ходе строительства были проведены археологические раскопки, обнаружили много памятников. Строительство улицы шло быстрыми темпами, что, конечно же, огорчало археологов, ведь были уничтожены несколько исторических слоев. Улица императорских форумов проходит через самое сердце Древнего Рима. В конце улицы есть колонна, на которой увековечены имена, при чьем правлении была построена эта улица. И я вам ее сегодня покажу. Улица императорских форумов начинается от Колизея и заканчивается у площади Венеция. Вот эта колонна напоминает об открытии улицы императорских форумов, которая состоялась в 1930 году при правлении Виттория Эммануэля III с главой правительства Бенито Муссолини и Франческо Бонкомпани Людовицы, губернатора Рима. Так написано на колонне. Кстати, во время фашистского периода, если происходило какое-то важное событие и надо было его увековечить, было принято ставить колонну в качестве памятной доски. А на другой колонне, которая находится ближе к алтарю Отечества, написано название улицы – Via dei Fori Imperiali.
Раньше на месте этого палаццо стоял дом, в котором жил Микеланджело. Во время строительства площади дом Микеланджело был снесен. И напоминает нам об этом только лишь табличка. Вот мы и дошли до рождественской елки на площади Венеция. В субботу и воскресенье здесь было столько народу, чтобы сфотографироваться или написать Деду Морозу письмо, надо было отстоять очередь. Сегодня понедельник и ни души. Те, кто будет на рождественские праздники в Риме, обязательно сфотографируйтесь. Фотографии, конечно, не лучшего качества, но все равно память. Фотографии выдают сразу и бесплатно. Автомат, который печатает фотографии, и милая девушка, которая будет вас фотографировать. Рим вас поздравляет с Рождеством! А в этом домике, который находится напротив алтаря Отечества, можно написать Деду Морозу письмо. Елка в этом году на площади Венеция пышная и красивая. Давайте в домик зайдем. Да уж, понедельник, и здесь ни души. Все дети в школе. Столы, стулья, карандаши, бланки, на которых можно написать Деду Морозу письмо. Конверты. Конверт и вот такие бланки, чтобы детям было удобнее писать письмо. Написав письмо, дети должны опустить его в почтовый ящик. Один находится в домике, а другой на улице. Палаццо Венеция находится базилика Сан-Марко. На рождественские праздники в ней установили самую крупную в мире картонную рождественскую сцену. Заходите, вход туда бесплатный. Посмотреть рождественскую сцену можно будет до 6 января, с 10 утра и до 18 вечера. Все картонные фигуры с человеческий рост.
Сейчас быстро-быстро пробегу по этой узенькой улочке и продолжу показывать вам, как украшен город. Сегодня у нас будет только прогулка по улицам Рима, рождественская атмосфера и музыка. Не могу пробежать мимо этой красоты. Вы только посмотрите, какие артишоки! Thank you.
Давайте на минутку зайдем в магазин. Ciao a tutti i bambini e anche a chi è un po' più cresciutello. Il Natale sta arrivando in fretta e qui al villaggio di Babbo Natale in Lapponia siamo tutti impegnatissimi. Scommetto che anche voi siete indaffarati nei preparativi di Natale, non è vero? Ricordatevi di aiutare sempre i vostri genitori a pulire la casa e in tutte le altre faccende domestiche. Sono sicuro che vi piace cucinare i biscotti di Natale. Io e gli elfi abbiamo già preparato tante belle torte. Avete ancora tanto tempo per creare e riempire la casa di decorazioni natalizie. Sono sicuro che la vostra famiglia le amerà. Ma ricordatevi di mettere tutto a posto. Quest'anno ho preparato tanti doni morbidi e caldi in cui potrete avvolgervi per ripararvi dal freddo e non prendere l'influenza. Al decollo. Le consegne di Natale dipendono tutte da... Ой, какая красота! А вот так этот магазин выглядит с улицы. Если понравился, заходите. Виа делла Кроче приведет меня на испанскую лестницу. А там в эти дни самое красивое место. Здесь можно выпить аперитивы и коктейли. Очень симпатичное место. Милые букеты. Такие нежные цвета. И еще одна открытка. Ну и как вы уже, наверное, догадались, мы на Испанской площади. Все дороги ведут в Рим,
но все, абсолютно все улицы Рима ведут к Испанской площади. У подножья Испанской лестницы, рядом с фонтаном Бернини Боркаччо, находится чайная Бибингтон. Если вы предпочитаете в Риме пить чай, то вам именно сюда. Вот такой прекрасный вид сегодня открывается с Испанской лестницы на улицу Кондотти. А вот еще открытка. Везде стоят елки. А на этом я буду заканчивать нашу рождественскую прогулку по Риму. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх и делитесь им с друзьями. Если вы еще не были в Риме и только мечтаете, приезжайте, я покажу вам Рим. По вопросам сопроводительных прогулок пишите по адресу, указанному ниже. И до встречи в Вечном Городе!